матчем главный судья Александр Григорьев, судья линии Ильнас Казимов, Динар Казабанов. Ворота команды «Кометы» защищает Владимир Новиков, номер первый. Ворота команды «Чемпионы» защищает Даниил Мельников, номер 35. Открыт. Нугуманов забивает первую шайбу за хоккейный клуб Челны. Счет становится 1-0. Покажем крупным планом игрока. Где-то здесь тут его папа болеет. Итак, счет у нас открыт 1-0 на третьей минуте. Марат Нугуманов забивает гол и выводит хоккейный клуб Челны вперед. Ну вот, дождались мы первую шайбу. Держи!
Хороший бросок наносил игрок челнинской команды. Все в пределах правил, атакуют челнинские хоккеисты. И какой обрез, и на месте вратарь, хорошо играет Мельников. Показала, шайба ворота попала, но да, это была иллюзия. Опасно было сейчас на пятаке у ворот кометы, но не надо так ошибаться. И вратарь хорошо сыграл. Правильно выговаривает сейчас тренер. Счет 1-0, впереди челнинские хоккеисты, и идет 8-я минута матча.
Проброс фиксирует арбитр. Вбрасывание в зоне кометы. Напомню, счет 1-0. Сыграна половина первого периода. Активная поддержка в лице любимых родителей. Обошлось. Играть показывает арбитр. Не игры. Проброс.
сыграно 13 минут в матче. Счет 1-0. Впереди челнинские хоккеисты. Единственную шайбу забросил Марат Нугуманов. Активизировались челнинские болельщики. Хорошо подстраховал сейчас защитник, нападающий. И сейчас может получиться выход. 2-1. Прострел. Ну, это проброс. Вбрасывание в зоне команды «Комета». А вот и болельщицы «Челнов». Такой перформанс от детей для команды ПК «Челны». Хороший бросок. Yeah.
можно пробить поворотом. С неудобной руки пробил сейчас створ ворот челнинский юный хоккеист. Последняя минута первого периода идет. Счет 1-0. Впереди хоккейный клуб «Челны». Не было шайбы, не вышло из зоны. Мы можем пробить поворотом. Осталось 30 секунд до окончания первого периода. Вбрасывание будет в зоне команды «Комета». Впереди «Челны» 1-0. Нельзя входить в зону сейчас. Не будет проброса. И остается 2 секунды. И заканчивается у нас первый период. После период. Надежно сыграл защитник.
набирает скорость. Челнинский на нападающий. Бьет по воротам. Повнимательнее надо в своей зоне играть. Силовой прием красивый применил игрок челнинской команды. И атакуют Челны. И будет удар по воротам. Давай, давай!
Бросок. Проверил на бдительность вратаря. Такое столкновение, но судья показывает все в пределах правил. Вне игры сейчас. 22-й номер получил травму, но надеюсь, все обойдется. Такой игровой момент был. Какие играют настоящие мужчины. Первое удаление сейчас будет в составе команды Челны. За подножку удаляется и игрок молодой, юный игрок. И 2 минуты будет в большинстве играть Комета. Идет 9-я минута второго периода. Счет по-прежнему 1-0. Единственную шайбу забил Марат Нагуманов в первом периоде. Thank you.
Шайба в ворота. Сравнивается на счет, реализует численное большинство комета. И на 10-й минуте, ровно на половине игры матча, счет у нас ничейный 1-1. Еще раз не игры. Маска попадает по кисту. Все нормально, говорит он. Ну и с неудобной руки бросает, и на месте вратарь. Повезло сейчас, штангу попадает шайба после таких крутых финтов. Выходил на ударную, хорошую убойную позицию игрок. Но штанга — лучший друг вратаря. Как говорится, лучше красивый гол, чем красивый удар. Лучше корявый гол, чем красивый удар штангу. И у нас выход 2 в 1 получится. Самому пробить. Да, хотел на публику сыграть игрок, но не вышла передача, не прошла передача. Еще один обрез и вне игры фиксирует арбитр. Thank you.
с острого угла бил игрок. И шайба от вратаря выходит за пределы площадки, вбрасывание в зоне кисов кометы. И вновь этот игрок мог отличиться. Похвалил тренер игрока за хороший отрезок времени. Два броска у него было в этой смене. Активизировались болельщики и той, и другой команды. И на пятаке один игрок. Опасный такой прострел был сейчас со стороны наших хоккеистов. И еще атака продолжается. Сыграно у нас 15 минут во втором периоде. Счет пока ничейный 1-1. Напомню, вторая эта игра. Вчера завершилась первая игра, где сильнее были хоккеисты из Самары. Десятый номер сейчас бросал. Фамилию, к сожалению, не вижу. И удаление сейчас. Толчок соперника на борт. Удаляется игрок кометы, и команда ПК Челны будет
играть в численном большинстве 2 минуты. Посмотрим, как отыграют игроки. Вышла шайба. Ай-яй-яй-яй-яй! Какая возможность была сейчас. Один игрок на пятаке отставал, вот он сейчас показывает, просил, но не увидел его партнер. Да. Удаление заслуживает игрок киноклуба Челны за толчок на борт. Капитан команды отправляется на 2 минуты. И 10 секунд будут в равных составах играть. Четыре на четыре. Сергей Вершинин. Комета в полном составе сейчас. И шайба ворота. Броском от синей линии забивает игрок, защитник Кометы. Да, вот так вот. Два удаления и два гола.
Александр Задорожный, шестой команда «Комета». Команда «Чернобыль» полный состав. Еще удаление одно. Думаю, наставнику Чернов есть о чем подумать. И внесет он коррективы. Ильнас Самигулин, тренер хоккейного клуба Челны. Да, остается 30 секунд до окончания второго периода и закончился у нас второй период увлекательного матча. Счет после второго периода 1-2. Впереди «Комета». И у нас перерыв 15 минут. Уважаемые телезрители, опять у нас проблемы с интернетом. Давайте, знаете, как сейчас поступим, попробуем опять перезагрузить трансляцию, и она будет по новой ссылочке не игры сейчас.
Давайте сейчас я остановлю трансляцию и заново включу. Но трансляция будет по новой ссылке. Трансляция будет по новой ссылочке. Сейчас пауза будет небольшая. Сейчас должно быть без проблем. Ссылка прежняя. Вижу то, что все. Вижу то, что все наладилось. И продолжаем смотреть хоккей. Вижу то, что все хорошо сейчас. У нас идет третий период. После второго периода счет 2-1. Впереди гости из Самары. Команда Кометы. Забили они две шайбы во втором периоде. Обе шайбы в большинстве. Но еще ничего не ясно в этом матче, поэтому... Давайте смотреть, следить. И удаление сейчас в составе команды «Комета» будет. Автор второго гола отправился на скамейку штрафников. Вне игры. 88 номер оказался.
как опасно сейчас было. Thank you.
30 секунд будут играть.
большинстве игроки хоккейного клуба Челны. И как опасно. Что, остается 5 минут до окончания третьего периода и очередное удаление в составе Кометы, и Челнам надо забивать, чтобы отыгрываться. Команда «Комета».
Oh!
Да, хороший момент, на убойной позиции находился 11 номер. Это удаление. И у нас остается до окончания. К сожалению, не знаю регламента матча или третьего периода. Полторы минуты, чуть меньше. И челнинские хоккеисты будут играть в большинстве. Брать инициативу в свои руки. 20 секунд осталось. Ну и за... Да. Так, матч у нас закончен. Победила команда Комета со счетом 2-1. Команды показали хороший хоккей. Ну, подписывайтесь на наш канал и следите за матчами.